Напряженная финансовая ситуация – это основная проблема многих команд. Она решается путем обращения в «Спортпринт-М». Уважаемые зрители, приветствуем вас на стадионе на Флотской, где у нас нет времени на раскачку, потому что арбитр очень стремительно у нас начинает этот поединок. Поединок, который анонсировался в предыдущей трансляции. Если вы смотрели матч первой лиги, в котором встречались Аэрофлот и Кристалл, так вот, мой коллега Кирилл Разумовский проанонсировал матч за чемпионский титул в дивизионе 2Б, Аксиома Групп, Родина. Здесь все понятно, это действительно ключевая, важнейшая игра. Обо всем расскажу, во всех раскладах. И у нас первый же жесткий стык, в котором Константин Советкин, пожалуй, самый известный из футболистов Аксиома Групп. Абсолютно невольно, конечно, но здесь нарушил правила против Александра Царева, причем досталось обоим, Цареву больше. И я думаю, что Александр завтра утром будет особенно приятные ощущения испытывать, когда уже проснется с остывшей ногой, но сейчас должен сыграть. Ну а у нас первый штрафной, не дают составы даже команды назвать, без раскачки начали. Александр Черненков, капитан Родины, бьет поворотом сразу же, не попадает в створ. И вот теперь к составам команды. Аксиома Групп, хозяин поля. В следующем сочетании вышли футболисты на поле. Сергей Панов, номер 13 в воротах. Футболист, который как полевой значится, но он очень давно значится как полевой, но на самом деле он никакой не полевой, а голкипер. И основной голкипер Аксиомы Групп, это общеизвестный факт. В обороне два человека играют, но это расстановка. Аксиомы тоже стандартная. По 20-м номерам левее Сергей Горбунов, по крайней мере, сейчас располагается, а правее по 21-м Михаил Малыхин. В протоколе моем, комментаторском, они наоборот расположены, но я думаю, что это не настолько принципиально, и, может быть, еще будут меняться по ходу игры. Всю правую бровку занимает Юрий Волос, 9-й номер, человек, который, если надо, и в нападении сыграет, но сегодня не надо, объясню почему чуть позже, когда до нападающего дойдет дело. Слева играет Александр Рогов, 10-й номер, один из главных креативщиков Аксиомы Групп, который в этом сезоне как-то так неамбициозно уступал своему место в стартовом составе и не особо переживал по этому поводу. Выходил на замену, делал по 3 голевых передачи за раз. Но вот сегодня на ключевой матч Рогов в стартовом составе, наверное, это показатель его значения для команды. И на все вопросы отвечает. Ну и в центре поля два человека. Константин Советкин, номер 6, Денис Большаков, номер 15. Два отличных футболиста, но вот мы видим, как-то низковато, да, в центре поля у Аксиомы Группы. Нет сегодня Андрея Хадыкина. Я поговорю о потерях. Тут по две примерно потери у каждой команды, если брать важных ключевых игроков. Ну и, конечно, Андрей Хадыкин, его отсутствие очень тяжело не заметить, его тяжело компенсировать, невозможно забыть этого футболиста, да, без него легко потерять очки, но посмотрим. Дмитрий Бодрягин на стрей атаки, номер 14, в целом, на самом деле, вот если не считать Андрея Хадыкина и отсутствующего Александра Мысикова, который, ну, не так часто все-таки играет за Аксиома Групп, а вообще играл за футбольный клуб Барс, ну, и за Аксиома Групп играл против Родины в первом круге, ну, и вообще на ключевых матчах-то он обычно присутствовал в этом сезоне, так, первый удар по воротам Родины Михаил Малыхин наносит выше ворот, так вот, Александр Мысиков, конечно, помог бы здесь, но в целом состав достаточно боевой. И учитывая, что по две потери у команд, можно сказать, что, в принципе, в равной ситуации соперники. В запасе у Аксиомы Групп защитник Александр Федоров, номер 16, полузащитники Михаил Иванов, номер 7, Юрий Ванюк, номер 18, и Абдул Хариев, номер 17. Еще Антон Турко, в принципе, из тех игроков, кто в последнее время играл регулярно в составе Аксиомы Групп, но, наверное, он еще таким полноправным лидером команды не стал. Что касается Родины, то в следующем сочетании команда вышла сегодня на поле. Роман Ёлкин защищает ворота, у него номер один в обороне. Тактики, кстати, у команд, схемы расстановки одинаковые. Михаил Воронов, номер 30, Сергей Беспалов, номер 19, два защитника. Вот здесь ничего не перепутано. Правее располагается Воронов, левее Беспалов. Всю правую бровку занимает Павел Филиппов, у него номер 77. Денис Минеев, номер 17, на левом фланге играет. В центре полузащиты Александр Царев,
номер 8, известный в медиапространстве как Василий Прохоров, для тех, кто понял. Владимир Благов, номер 7, рядом с ним. И Александр Черненков, номер 11, на острие атаки. Капитан команды действует. Но они, кстати, с Благовым меняются периодически местами. И вот буквально только что обратно Черненков зашел на позицию нападающего. До этого был там его партнер по команде. Здесь Царев рвется к воротам. Чисто против него играет Михаил Малыхин. Ну и запас Родины. Олег Кадурин, номер 21. Это вратарь. Защитник Павел Елесев. Елесин, номер 6. Алексей Федосеев, номер 23. Это полузащитник. И Сергей Леснов, нападающий, номер 10. Один из... ну, не знаю, как сказать, из авторитетных, наверное, известных на севере форвардов, который очень много голов назабивал в свое время. Он и во второй лиге забивал, и в первой, и в высшем дивизионе забивал. Играл за Диксон очень долго. Футболист... Нет, прошу прощения, не за Диксон, по-моему. Да, все правильно, за Диксон играл. Лишь он, но не только за Диксон, на самом деле, у него... Но вот Родина сейчас... Хотя вот, да, сейчас Кирилл Жзумовский тут рядом, он посмотрит по Леснову. Может быть, действительно только за Диксона Леснов играл, но забивал он всегда много и был... Может быть, он не был тем человеком в Диксоне, кто создает игру, но он был тем человеком, кто ее завершает последним касанием, и забивал он больше всех, конечно, в составе этой команды. И, в общем, играл до конца, да, все правильно, только в Диксоне он выступал, но вот у него сезоны были в первом дивизионе 54 гола он забил в сезон 12-13, как вам? Потом в высшем дивизионе он забил 24 гола в 22 матчах. Да, может быть, там 4 года назад был послабее высший дивизион, но с другой стороны, там очень серьезные люди играли. Там тот же Андрей Идрисов там играл 4 года назад. Затем в первом дивизионе 39 голов в 32 матчах. 51 гол в 35 матчах в первом дивизионе опять. И вот в этом сезоне он во втором дивизионе, у него 31 гол в 24 матчах, 14 передач. В Диксоне не фиксировались пасы, и поэтому мы не знаем его статистику. Но вот Леснова все знают как человек, который только завершает. Вот, пожалуйста, 14 передач. И на самом деле не стоит думать, что у него очень снизилась результативность, потому что он... Здесь удар дальний, Воронов вот так вот подключился и пробил. Не часто этот защитник ходит. В НХЛ бы его назвали stay-at-home защитник, но... Вот Воронов подключился к атаке и пробил. Так вот, просто Леснов не так много времени проводит на поле, как мог бы, наверное. Просто в Родине очень такой сильный сбалансированный состав, но и с кем он конкурирует? Не совсем, конечно, с Черненковым, не только с ним, потому что когда Леснов выходит, Александр Черненков и пониже может оказаться. Но в целом, вот Благов, Царев, Черненков, по сути, с кем-то одним напрямую всегда конкурирует. Леснов, попробуй получить здесь 60 минут игрового времени. Удар вроде бы и подготовленный от Павла Филиппова, а на деле получилось не очень удачно. Кстати, Павел Филиппов, вот сейчас он слева действует, а справа Денис Минеев, хотя в расстановке они заявлены наоборот. Но на самом деле в этой атаке оба были на левом фланге, и после Денис Минеев убежал на правой. Да, я не сказал, что в красно-черной форме играет Аксёма Груб, в бело-голубой Родина. Надеюсь, здесь никаких проблем нет. Все поняли. Ваш комментатор Александр Седов... Работает 7,5 минут, очень бодрый футбол у нас идет, ни секунды команды не стоят, сразу же начинают атаковать друг друга при приеме мяча, но обратите внимание, вся игра у нас почти была до сих пор в центре поля. И в основном на половине поля Аксёмы Груб, к слову. Вот сейчас Константин Советкин организовал наступление на ворота Романа Ёлкина, но до чего-то серьезного дела не дошло. Мне там показалось сначала, что игра рукой, может быть, была у футболиста химкинской команды, а родина команды из Химок, но в итоге фол был зафиксирован со стороны красно-черных. Ну и, наверное, к турнирной таблице надо обратиться для того, чтобы соблюсти формальности, чтобы, если не так пристально следили за второй лигой, или, может быть, просто вот не смотрели, не знаете турнирных раскладов, просто решили посмотреть, а что там у нас за диковинка, какая вторая лига, дивизион Б, что там за команда, так еще и говорят лидеры, как там они играют, ну давайте посмотрим. Ну так вот, 34 матча проведена Аксёмой Групп, 33 сыграно у Родины.
Здесь Черненков хороший пас, оставляет Благов мяч. Минееву тот бьет, и опять удар не получается. Так вот, Родина сыграл на матч меньше до конца. Одной команде 4, другой 5 матчей. Ну вот, эта игра тоже пойдет в зачет. Соответственно, сейчас у Аксиома Групп 92 очка, у Родины 91. Родина по потерянным на 2 балла Аксиома Групп опережает, но Родина уступила в матче первого круга своему сопернику. Причем фаворитом считалась именно команда из Химок. Она... Вот, к слову, сейчас значится у нее 30 побед, 1 ничья и 2 поражения. Так вот, первое поражение Родина потерпела, еще не заявившись в дивизион 2Б. И тогда это была команда вакансии, и она в первом туре, соответственно, без борьбы отдала 3 очка команде МБ. И вот со второго тура Родина заявилась и побеждала. И так очень долго, до тех пор, пока не встретилась с Аксиомой Групп. И вот только тогда Родина потерпела свое первое поражение, и которое, ну, по факту оно остается единственным до сих пор. Родина, к слову, еще и продолжает выступать в Кубке Северной Лиги. Здесь у команды... Уже завтра будет игра. Здесь что Сергей Панов творит? Вот нам показывают, что неспроста он полевым игроком заявлен. Но так на самом деле очень рискованно играть. Так вот, так, здесь Черненков считает, что был фол. Не согласен с этим арбитр. Так вот, Родина... играет со штурмом завтра в Кубке Северной Лиги в 20:10. Здесь же на Флотской. Кстати, тоже будет очень интересная игра, на самом деле. Я так навскидку фаворита-то и не назову в ней. Но Кирилл Ждановский считает, что Родина фаворит. Ну, я все-таки с уважением к штурму. Тут очень много зависит от того, как штурм соберется. Там будет Ноубандиан, будет полный сбор. Я думаю, тогда будет борьба. Но если штурм, например, не соберется, то, думаю, борьбы не будет, потому что Родина соберется точно. Вот как бы такой расклад. Здесь штрафной удар. Александр Рогов у мяча. Эта точка абсолютно точно ударная. Там же есть еще Михаил Малыхин, но, думаю, Рогов не отдаст никому. Он отдает, но не розыгрыш, а отдает пас Советкину. Тот подает точно в голову Юрию Волосу. И тот, правда, фамилию бьет, но не попадает в дальний угол. Так вот, потерпела поражение Родина от Аксиома Групп 3 декабря. То есть, представляете, команда до 3 декабря, заявившаяся, то есть матчем... Первым для этого клуба в истории была игра 20 августа против «Молнии», выиграна счетом 5-1. Так вот, до декабря, не почти, ну, почти полгода, там, 5 месяцев не терпела Родина осечек, неудач. И с тех пор тоже, на самом деле, одна только осечка была. И была осечка в недавнем матче с «Восходом», тоже очень интересная была. Неожиданно в химкинском дерби завязалась очень серьезная борьба. И «Восход»... В этой борьбе сначала голкипер «Восхода» отразил пенальти от Черненкова, а потом «Восход» уступал 3-1 по ходу игры, но Владимир Благов выдал хороший матч, оформил хет-трик, при этом 2 гола с пенальти забил Благов, то есть 3 10-метровых пробила Родина в том матче, 2 забила, в итоге 3-3 закончили, ну и... «Восход» уступал 3-1, вот как раз 2 пенальти забил Благов. И потом «Восход» отыгрался во втором тайме, и уже Родина не смогла здесь снова вырвать победу. Там Александр Смирнов, главный тренер команды, использовал ротацию, поберег Александра Черненкова во втором тайме, которому грозил перебор желтых карточек, не хотели, чтобы он пропустил игру с ВЭТ. В итоге... ВЭТ на следующий день не явился к Родине, и оказалось, что даже лучше было бы Черненкову получить желтую карточку, потому что по регламенту, если у тебя дисквалификация выпадает на игру, куда не приезжает соперник, дисквалификация все равно сгорает. Так вот, знал бы прикуп, сжег бы карточки раньше Черненков, а так до сих пор висит. Ну и вот та потеря, она позволила Аксиоме вновь выйти вперед в турнирной таблице. Хотя по потерянным остается лидером Родины. Здесь у нас страсти закипают, но пока какие-то рамки они не перехлёстывают. Что касается Родины, то, что касается Аксиома Групп, то эта команда всего 4 осечки допустила в нынешнем сезоне. Одно из них тоже совсем недавно. Это было поражение от ВЭТ.
поражение от ВЭТ со счетом 1-2 в чемпионате в очень-очень упорной борьбе. Ну и в итоге, благодаря этому, собственно, там Родина вышла вперед в турнирной гонке. Вот теперь уже обратно поменялись, потому что Родина затем тут же осечку с восходом допустила. Но в целом Axioma Group, конечно, играет очень качественно. Была осечка в матче с МБ, там игра 5-5 закончилась, когда три мяча МБ отыграла по ходу встречи, 2-5 уступала. Была осечка в матче с Молнией, но вот то поражение 5-8, оно до сих пор таким особняком стоит, потому что там воспитанник футбола в Строгино, Михаил Погорелов первый раз появился на поле и одержал победу над Axioma Group, потому что он там забил 7 мячей, что-то невероятное сотворил. С тех пор ему, кстати, подобное не удавалось, и вот в матче второго круга тоже ему не получилось. Молния, конечно, 9-5 победила тогда Axioma Group, Молния Axioma Group. Вот во втором круге не сумел Погорелов огорчить красно-черных. СМБ, кстати, 4-4, а не 5-5 сыграли, но, в общем, это не суть важна, именно применительно к этому поединку. У Axioma Group тоже насыщенный график, тоже кубки, и, в частности, игра с МЗКП, которая вчера состоялась. Axioma Group выиграла этот матч и прошла в следующей стадии кубка. Это к вопросу о том, какова сила команд, возглавляющих таблицу во втором дивизионе «Б», применительно к, наверное, аутсайдерам высшего дивизиона. Ну вот. И Axioma Group и Родина против таких команд, как минимум на равных, будут смотреться. Но им еще как минимум год до высшей лиги. В первой лиге тоже будут обе ставить задачи повышения в классе, но там уже будет посложнее, хотя должны быть наверху. Замены вовсю проходят. Вот Царев и Благов покинули поле. Я смотрю, Михаил Воронов действует сейчас. Нет, ну это ситуативно. А может быть и нет. Нет, наверное, ситуативно. Павел Елесин вышел под шестым номером и как-то он в опорной зоне располагается. Вообще, Елесин изначально защитник. Он и сегодня как защитник заявлен. Разберемся, кто из них. Воронов, Беспалов, Елесин. Кто в обороне, а кто в опорной зоне. Советкин бьет, удар и гол! 1-0. Константин Советкин открывает в этом матче счет на 17-й минуте. Вроде бы так мобильно оборона Родины действовала. Там по игроку сел Воронов, выдвинулся Беспалов, выше был Елесин. Но в итоге, видите, это ничего не помогло. Советкин смог принять мяч и уложить его в дальний угол, выведя Axioma Group в этом матче вперед. И это может быть очень важно, потому что команда играет на равных абсолютно, к слову. Ну да, Сергей Леснов еще появился. Ну, вы знаете, да, Воронов в центр поля перешел. Воронов играет вместе с Черненковым в центре. Но так, Воронов явный опорный полученик, а Черненков выше. Ну и Сергей Леснов на острие атаки играет. Ну, Благов и Царев на скамейке запасных. Что касается Axioma Group, то покинул поле Юрий Волос. Михаил Иванов под седьмым номером. Вот сейчас он передачу отдавал. Он на правом фланге занял место. Я сказал о потерях Родины, не сказал о потерях... Вернее, сказал о потерях Axioma Group, не сказал о потерях Родины. Дмитрий Белобородов и Валерий Цимбал не играют. Один в командировке, у другого там семейные проблемы, которые не позволили ему сегодня прибыть на стадион. Обоих, конечно, не хватает. Два ярких полузащитника. Ну, а здесь штрафной удар у... У мяча Сергей Горбунов, похоже, бьет, ну, в общем, неудачно. Когда разыгрывал, Рогов было лучше. Роман Ёлкин разыгрывает через Сергея Беспалова. Елесин через Черненкова. В обыгрыш идет Александр
прокидывает мимо Рогова, но побежать за мячом уже не сумел. И мяч Аксиом и группа. 19-я минута подходит к концу. Бодрый футбол, но Аксиома Групп перевела игру на чужую половину поля. И надо сказать, что, в общем, гол не то чтобы назревал, но, по крайней мере, он не из ниоткуда пришел. И Аксиома Групп продолжает давить. 2-0 команда выиграла в матче первого круга. Родина еще Аксиома Групп не забивала. Единственная команда, которую Родина не забивала. Тогда вот Юрий Волос и, кстати, Константин Советкин отличились с передач друг друга. Обзор той игры можно посмотреть на видео. Но там Родина имела игровой перевес поначалу, но затем Аксиома Групп, в общем, закономерно переломила ситуацию, перевернула все на свою сторону. И сейчас, что важно, контроль мяча за Аксиомой Групп достаточно плотная. Вот Дмитрий Бодрягин цепляется. Это вот чек, благодаря которому не нужно Юрию Волосу на 3 атаки действовать. Очень хороший форвард. Форвард, который выигрывал Лигу чемпионов Москвы в составе Кайтспорт. Ну а Константин Советкин, если вдруг кто не знает, имеет 4 матча за московский Спартак в своей карьере. Тогда был немножко потоньше, но сильным игроком он является и сейчас. Розыгрыш через Рогова. Тот с левой ноги грузит как-то неказисто, но все равно опасно. И в итоге Черненков вынужден куда-то нести подальше, не глядя. Леснов просит передачу, ждет ее, не получает, потому что разворачивают футболисты Родины. Тоже пытаются сейчас контроль мяча, может быть и правильно. Перевод вперед сразу, это, да, возможность отрезать несколько футболистов, но это и возможность потерять мяч быстро. А в последние минуты Аксиома Групп настолько плотно контролировала территорию, что Родине сейчас, которая тоже любит играть во владение, Родине сейчас самой нужно почувствовать игру. А здесь угловой, нет, от ворот, от Черненкова в итоге мяч уходит. Там выбивал Большаков головой, но последним коснулся мяча Черненков, и поэтому угловой. Дмитрия Бодрягина заменили, Абдул Хариев появился на поле под 17-м номером на 3 атаки у Аксиомы Групп. Ну и против Беспалова еще и нарушает правила Хариев. Правильно по логике действуют футболисты Родины, это в частности появившийся на поле Алексей Федосеев по 23-м номером, но именно сами по себе игровые действия у них не получаются. Возвращается у нас в игру Царев. Воронов переходит в оборону. Ну и дождь у нас зарядил на Флотской. Ну, зарядил в Москве, в Северном округе. Посмотрим, как изменение погоды повлияет на команды, на футбол. Не то чтобы было душно, но жарковато было. Сейчас посвежее будет, как минимум. Ну, а футболистам дождь мешать не должен. Сергей Панов никуда не спешит, контролирует темп. Вроде бы сейчас повладел мячом Родина, ну и сразу же Сергей Панов паузу взял. Не получается зацепиться. И будет уже с половины разыгрывать команда из Химок.
под прессингом от свежего и бодрого Хайриева, оказывается, без палов, но выходят длинные передачи, там почти зацепились. Да, дождь очень у нас прилично пошел, вы слышите и видите на своих экранах. И команды как немножко обескуражены. Но и в целом у нас какого-то прям, может быть, экстраординарного футбола не видим. Очень плотная и напряженная игра. Если кто-то ждал феерии, комбинации, но вот эти соперники друг другу не дают подобного. Впереди у Родины в чемпионате матча с Булатом, Икаром, Лацио и техническое поражение от Дружбы. Но потерять можно только с Булатом, если так уж быть до конца честными. У Аксиомы группа Торпеда, Дружба, Штарк. Ну, со Штарком, да, наверное. Дружба, опять же, это техническая победа. А в Кубке Первой Лиги Аксиома группа еще с Кристаллом будет играть 17 июня. И я думаю, тоже будет фаворитом. Но как минимум не будет андердогом. Очень много мяча вверху находится. Фол в пользу Родины. Очень много мяча скачет по газону. Мало получается комбинаций осмысленных. И эта зрелищность крадет у нас, но зато градус борьбы очень интересный. В общем, если Кирилл Разумовский, когда анонсировал время предыдущего матча, этот, я думаю, был прав, когда говорил, что это матч за чемпионство во второй лиге. В дивизионе Б, естественно. И если в дивизионе А, там еще тоже может быть чемпионская интрига, особенно учитывая, что нефтянику и пиратам играть друг с другом, но там и 6 очков нефтяник впереди, то здесь борьба самая что ни на есть прямая. Минеев зацепился за мяч. Родина, в общем-то, и ничья устраивает более-менее, но, видите, уже и ничьи нет на табло. Но впереди соперник. Благов, Черненков, разворачивается, ох, скрытый удар, и Панов, смотрите, зафиксировать не смог, в итоге вынужден был Юрий Иванюк, также появившийся на поле, мяч выбить за лицевую. Угловой удар, так, у нас только, по-моему, Александр Федоров не появлялся у Аксиомы групп, ну а у Родины только запасной голкипер Олег Кадурин не выходил на поле. Черненков низом, он, кстати, и пробить отсюда может, и вот прям в эти ворота он с этой точки забивал, в частности, в Кубке Первой Лиги в финале Легиону, когда выступал за Дружбу еще. Вот, кстати, и Федоров появляется на поле, и полевые игроки теперь все были задействованы. Но пока навешивает Черненков. Ну, а тот матч, кстати, Родина Дружба проиграла, хотя вела 2-0, и как раз гол Черненкова был вторым. Благов, Минеев придавил Родина сейчас соперника. И, конечно, очень хочет бело-голубая команда до перерыва сравнять счет. Беспалов пошел в штрафную. Подача туда, где был Рогов только. Здесь Воронов опережает Хайриева, Царев. Черенков возвращает, это очень опасно. Черенков входит в штрафную. Прострел! Никого нет. Вернее, там были штрафной Благов и Минеев, но между ними прошел мяч. Ну, вообще Черненкову так нельзя оставлять. Теперь контратака Аксиомы, которую Рогов разгоняет. Сейчас с правой ноги дала передачу, поэтому, может, у меня не получился такой хороший. Теперь мяч под левой. И вот здесь, смотрите, точно в ногу Большакову, и тот обрезает, и Беспалов контратаку разворачивает. Ну что, без центра поля пошла игра. Минеев в окружении троих, и вот третий крайний, Михаил Иванов, которого Минеев не видел, здесь оказался тем, кто и отобрал мяч. И Минеев поднаелся немножко, хорошо побегал, уступает свое место на поле. Он сейчас Павлу Филиппову. Так, Александр Черненков перешел на левый край. Уже третья позиция для капитана Родины по ходу первого тайма ищет Александр Смирнов.
Здесь может смещаться Черненков и бить. Через Царева разыгрывают Воронов. Царев закидывает на Благова. И тут, смотрите, позицию выиграет Черненков. И попал в руку мяч Александру. А он не попал ногой по мячу. Может быть, попал бы и не свистнул бы арбитр. Ну а что у нас здесь? Так, все, мне групп надо поакцентированнее разыгрывать мяч. Беспалов выигрывает воздух. Ну вот если немного до гола и какое-то время после гола приходила в себя Родина, ну да, немного времени до гола, несколько минут, Аксёма имела преимущество, потом Родина приходила в себя, то сейчас можно сказать, что опять бело-голубые в свою сторону игру разворачивают именно по происходящему на поле. А вот что будет по результату, посмотрим. Пока никак не получается забить, уже на протяжении трех таймов не получается у химчан забить ворота Аксёмы групп. Пятнадцать секунд до конца первого тайма. Будет ли добавлено что-то, узнаем. Арбитр посматривает на секундомер. И дает свисток. Да, вот так вот перерыв наступает на стадионе на Флотской. Вряд ли он будет долгим, поэтому далеко не уходите. Отдохнем вместе с командами и вернемся на вторую половину встречи. Скидки на экипировку до 65%. Спортпринте. Возобновилась игра. Вторая половина встречи. Аксёма групп Родина 1-0. Аксёма групп впереди, благодаря единственному точному удару Константина Советкина в середине тайма. А сейчас он надает не лучший пас на Волоса. И тому не дают в итоге пробить. Воронов сумел сейчас заблокировать удар. Советкин по мысли-то правильно дал. Чуть-чуть слабее отдал, чем было нужно. Сейчас Аксёма групп поймала Родину на контратаке. И сейчас очень бодрое начало от Аксёмы групп, очень быстрое. Красно-черные были готовы возобновить игру раньше соперника. Родина там долго разговаривала. Здесь Утрогов бьет с левой ноги мимо. В дальний угол направлял 10-й номер Аксёмы групп мяч. И сейчас уже садится в оборону. Итак, составы, в которых команда начинает вторую половину встречи. Аксёма групп. Сергей Панов, естественно, в воротах. Сергей Горбунов и Михаил Малыхин в центре обороны. У Горбунова 20-й, Малыхина 21-й номера. Справа играет Юрий Волос, номер 9. Слева Александр Рогов, номер 10. Они по всей бровке действуют. Дальний удар Филиппова не точен. В центре поля Денис Большаков, номер 15, Константин Советкин, номер 6. И Дмитрий Бодрягин, номер 14, на 3 атаки. Это стартовый состав. Что касается Родины, то у нее Роман Ёлкин в воротах. Михаил Воронов, Сергей Беспалов в центре обороны. У Воронова 30-й, Беспалов 19-й номер. Владимир Благов, номер 7. И Александр Царев. Или нет? Царева не вижу пока вообще. Ни на скамейке, ни на поле. Нет, на поле должен быть. Да, вот он, 8-й номер. А, все верно. Благов 7-й, Царев 8-й. В центре полузащиты по краям действует слева Павел Филиппов, номер 77. Справа Алексей Федосеев, номер 23. Он со скамейки начинал игру. И Александр Черненков на средней атаке, номер 11. Капитан команды. Вот одно изменение по сравнению со стартовым составом. И опять у нас дождь заряжает на Флотской. Успокоился он по ходу первого тайма. Сейчас опять идет. Царев ждал быстрее подключения от Федосеева. В итоге Большаков заблокировал передачу. Благов, Беспалов. Они очень долго вместе играли за Рассанера. Потом уходили в другой округ, но вот сейчас в Родине воссоединились.
И момент какой! Продолжается он! И в руки Панова мяч приходит после удара Благова. Но сейчас уже и Аксиома зевнула острую ситуацию у своих ворот. Ну а здесь ошибается Павел Филиппов в передаче. Какой хороший дриблинг от Горбунова. Пошел центральный защитник вперед. И аут для своей команды заработал. Михаил Воронов выбил за боковую, но и Горбунов на свою позицию возвращается. С Большаковым обыгрался Рогов. Дальше на Бодрягина, но тому не дает зацепиться Воронов. Цепкий защитник. Многолетний капитан дружбы. Получает от Павла Филиппова Воронов передачу. Федосеев, а и Рогов в борьбу вступает. Фол зарабатывает 23-й номер Родины. Замена. Попросили вроде бы. Не вижу я, чтобы кто-то проходил. Кто-то уходил с поля, кто-то выходил. Значит, не сейчас. А здесь Федосеев руку выставил и досталось Рогову в борьбе, в затылок. Но пока без карточек, кстати, игра обходится. Уже 35 минут. Почти 35 минут. А все-таки замена произошла. Павла Филиппова заменила Родина. Денис Минеев появился на поле. Горбунов. Долго думает, что делать. В итоге бьет. Бьет неудачно. Низом обе команды стараются разыгрывать. И сейчас выходит из-под прессинга Родина. Благов. Черненкову, очевидно, давал. Но пас не получился. Теперь Аксиома уже разыгрывает низом. Но в итоге приходится делать длинную передачу. Здесь Беспалов контролирует Бодрягина. Контролирует мяч. Провожает его за лицевую. И снова Ёлкин будет вводить, снова коротко на Воронова. Тот Федосееву и просят от скамейки химчан, чтобы побыстрее разыгрывали мяч футболисты. Но пока не получается. Пока не получается создать момент. Опять у нас перерыв. Как будто сбросил, откатил настройки. Снова у нас острота пропала. Хотя и стройности меньше в рядах. У тех, у других в центре поля. Здесь Воронов чисто играет в мяч. Просто по ноге досталось сопернику. А здесь первая желтая карточка за прыжок Юрию Волосу. Тот недоумевает. На 37-й минуте. Получает первое предупреждение в сегодняшнем матче. Что касается Волоса. То для него это второе предупреждение. Вообще игрок не грубый. Думаю, что и Альберт Ротфус, наставник команды, тоже удивился этому предупреждению. А здесь куда? Сергей Леснов появился на поле. И у него не получилось. А он Благова заменил, кстати.
Панов срезается у него мяч с ноги. Кому-то нужно создать момент какой-то явный, и чтобы найти стройность, потому что как-то обе команды не дорабатывают в центре поля, с одной стороны. С другой, не могут этим воспользоваться, когда атакуют. Черненков вот сейчас как раз проблемы в центре почистил своим подкатом. Здесь Черненков уже против Советкина. И не дает Советкину ударить, но угловой зарабатывает Константин. Оставляет Рогову, не стал разыгрывать. И что, момент еще будет, Бодрягин, скидка, ну, такая как-то, знал, что где-то там Большаков, но в целом не акцентированно сыграл. А здесь Федосеев зачем-то прибежал к Леснову, вместо того, чтобы быть вот здесь, где Рогов спокойно принял мяч, который скинул форвард Родины. Ничего не понятно в этом матче. Понятно, что каждый гол дается соперникам с трудом. И понятно, что Родина так еще до сих пор не смогла за третью тайма в ворота Аксиома Группы в этом году забить ничего. И это, наверное, тоже показатель, что если второй гол состоится в ворота Ёлкина до того, как отличится Аксиома Групп, то очень тяжело будет. До того, как Родина отличится, очень тяжело будет спасти игру. Павел Елесин меняет Царева. Федосеева меняет Павел Филиппов. Два Павла у нас появились на поле. Это... Все Павлы какие есть сегодня, причем на две команды, а не на одну. И Панов бросает на левую бровку, здесь Рогов. Бодрягин. Аксиома Групп на чужой половине поля, не ускоряет игру, и это не нужно. Пусть Родина отойдет. Тем более, что здесь и так чуть-чуть не зацепился волос, но Елесин все-таки сыграл четко. Да, сейчас начинает Родина окрикивать друг друга, футболисты команды, заводиться, потому что не получается опять мяч отобрать. Такой был отрезок, был в этом матче. Здесь Советкин рукой играет, как считает арбитр. И вот так вот хотя бы мяч Родина себе забирает, и нужно... позиционно разыгрывать, нужно создать себе ситуацию, в которой команда сможет довести дело до момента. И вот таким моментом неожиданно оказывается вот этот вот удар Павла Елесина, он под него как кикер в американском футболе, подсел чуть-чуть. Но в итоге Сергей Панов вынужден был через перекладину мяч переводить. Угловое, подача, прострельная. Но в итоге Елесин вынужден Ёлкину назад отбрасывать. С Беспалом играет Ёлкин, а того прессингует Юрий Волос, и это аут в пользу Аксиомы Групп. Вот так вот нелепо, надо сказать, химчане разыграли угловой на чужой половине поля. Привезли сами себе атаку соперника чужой половины поля. Впрочем, здесь Константин Советкин словно фейерплей исполнил, отдал мяч за боковой соперником. А здесь успеет Леснов? Не успеет под передачу Михаила Воронова. Для тех, кто живет недалеко от Флотской и думает, сходить ли на футбол,
неплохая следующая игра нас ждет. Динамо из высшей лиги с Русичем, представляющим третий дивизион, встретится в Кубке Севера. Ну вот, Родина в атаке, подача! Если бы сейчас не сыграл Михаил Малыхин, а Сергей Панов не достал бы, он там летел играть на выходе, то дело бы закончилось голом, потому что Сергей Леснов там в пустые ворота готов был вносить. То есть Павел Филиппов бьет, по-моему, с углового в створ ворот, защитник выбивает. Елесин. Переводит опять после отрезка 10-минутного, когда Axioma Group имела тотальное игровое преимущество. Наступает период, когда атакует Родина достаточно активно. Здесь хорош Рогов. Но мяч у Ёлкина, тот зачем-то верхом играет, можно было через низ играть, а в итоге... Но в итоге мяч будет уродным, потому что Советкин не сумел его в поле отправить. Ну а здесь Горбунов опережает Черненкова, на подборе Воронов ошибка. И смотрите, не пошел Большаков здесь в жесткую борьбу, позволил сопернику мяч отобрать. Сумбур, серия ошибок и... Штрафной удар в пользу Axioma Group на ее половине поля. Axioma опять же разыгрывает спокойный мяч, ищет свободных партнеров, никуда не спешит. Находит Малыхина сейчас. Тот Волосу делает неточную передачу. Волос сейчас вообще срывает атаку. Ну, конечно, на вторую желтую не тянет. На две желтых, те два фола, которые были у Волоса, не тянут. Но каждый из них по отдельности, в принципе, мог бы желтый быть наказан. Но вот как мог не показывать арбитр карточку, когда он показал Юрию Волосу. Также он мог... сейчас показать карточку, когда не показал. Ну, в общем, это я все к тому, что, конечно, об удалении здесь говорить нельзя. Леснов не сумел зацепиться, а это, в общем-то, его был хлеб сейчас. Такая передача удобная достаточно. И замена у Axioma Group. Вместо Юрия Волоса, как раз от греха подальше, судя по всему, на выход Михаил Иванов. Но играет Малыхин верхом, потеря, здесь уже Воронов ошибается, Советкин перехватывает, Бодрягин в борьбе с Елесиным цепляется, вот то, что у Леснова не получилось минуты ранее, но здесь Павел Филиппов нарабатывает. Борьбы много по-прежнему, а моментов явно не хватает этой игре, вообще целостности игре не хватает. Или, так скажем, целостность есть, понятно, что это за футбол, что это за игра, что на кону, что происходит на поле, но при этом... Именно вот лучших своих комбинационных умений обе команды не показывают. А здесь это и не нужно, потому что Денис Большаков на индивидуальном мастерстве вот так вот очень спокойненько ударом из-за штрафной забивает второй мяч на исходе 47-й минуты. Ну и дело начинает пахнуть для Родины керосином. 2-0. Скамейки Axioma идет подсказ. Не расслабляемся. Правильно. Родина может все очень быстро перевернуть. Такая уж команда. Здесь жесткая борьба. Блокируют футболисты Axioma. Мяч. Ну и ценой травмы это делается. Давай,
Родине нужен гол, причем он нужен как можно скорее команде. Но ничего не получается, и идут нервы. О. Футболистов химчан. А Аксиома группа очень спокойно играет, очень уверенно. Все получается у команды. И вот такая игра сейчас на своей половине поля. Это бароны, она тоже на руку красно-черным. Тем более, что, видите, получаются такие индивидуальные действия. Индивидуальные проходы, удары. А то, чего нет сегодня у дружбы, в общем-то. Ну и надо сказать, что пока Аксиома группа... Ой, не у дружбы, конечно, у Родины. А просто очень много футболистов играли за дружбу в этой команде. Ну и пока... Тактический план Аксиома работает лучше. Может быть, не случись гола Константина Советкина, и все было бы по-другому. И, может быть, забила бы тогда Родина, и мы бы говорили о том, что тактический план Александра Смирнова лучше работает. Это все возможно. Но у нас что есть, то есть. Здесь Советкин без фола. В борьбу вступает Павел Филиппов, но Советкин мяч сохраняет. А здесь сейчас Беспалов, если бы не сумел сыграть головой, мог бы Бодрягин один на один убежать. Этого тоже не случилось, но и ничего не получается пока у Родины. Да, здесь Панов имеет достаточно времени, чтобы сначала принять на грудь, а потом выбить. А теперь время есть уже у Черненкова, он бьет! И это был шанс еще. Но и вот там, где залетает у Аксиома групп, не залетает у... ее соперника. Покидает поле Воронов, выходит Царев. Покидает поле Бодрягин, выходит Хайриев. Один гол, забитый в ближайшее время, вполне может перевернуть ситуацию на поле. Ну и ошибка Елесина. Вот так вот. Каждая такая ошибка приближает Аксиома групп к победе. И делает ощутимым блеск золотых медалей. Даже под этим пасмурным небом московским. Федоров выходит вместо Горбунова у Аксиома групп. Александр Федоров в первом тайме минут 5 отыграл, не больше. Сейчас, видимо, побольше проведет на поле. А нет, Юрий Иванюк сейчас. Юрий Иванюк появился на поле, не Федоров. Федоров в костюме стоит. Но Юрий Иванюк вышел в оборону. Но он тоже немного в первом тайме, кстати, играл. Ищет еще пока Родина шансы. Владимир Благов ищет зоны. Зон нет. Аксиома групп вся на своей половине поля. И очень неплохо стоит. И пас вперед мимо двух проходит. Но там третий, там Малыхин. Благов вступает в борьбу. Большаков не пускает его к мячу. Дает Панова. Панов спокойно. Он очень хорошо ногами играет. Очень спокойно выбивает сейчас. Ёлкин... бросает быстро Черненкова, а тот небольшой брак допускает при обработке. Этого хватает, чтобы мяч потерять. Правда, Аксиома вроде бы не лучшим образом действует, но тут же обратно отвоевывает себе мяч. Причем не отвоевывает, а дарит. Дарит. Родина очень много, вот как в теннисе говорят, невынужденные ошибки. И те, и другие много допускают. Ну, а подача на вылет сегодня больше у красно-черных. И у нас пока тот же самый счет, что в первом матче этих коллективов на табло. 2-0, 2-0.
Хайриев сыграл рукой. Кстати, дождь закончился опять в Москве. А родина ни под дождем, ни без дождя пока никак не может распечатать ворота Сергея Панова. Да и каких-то суперсейвов не приходилось делать 13-му номеру Аксёмы группы. Вот недавно был очень опасный удар Александра Черненкова, но так он не попал в створ ворота. А здесь не дотягивается до мяча Леснов. И вроде бы неплохая передача Беспалова. А в сложившейся ситуации кажется, что это потеря. Просто потеря. Ну и у нас опять дождик. Опять дождик на Флотской. Ну и вот на этот раз Федоров появляется на поле. А это что? А это карточка, безусловно. И что, это штрафной или пенальти? Карточка, конечно, желтая, просто потому что здесь красную не придумать. Но фол, конечно, грубый. Со стороны Михаила Иванова, Дениса Минеева он откровенно зацепил по ноге, когда тот уже на скорости вырвался в штрафную. Но это не пенальти. В общем, сделал то, что хотел сделать Иванов и помог своей команде. Оправданная карточка. И вместо явного голевого момента, неявный голевой момент, но все-таки он таким может стать, потому что штрафные Александра Черненкова — это очень опасно. Я говорил, что он из угловых не раз забивал. Ну а штрафных-то и вовсе, я думаю, за десяток положил в матчах ЛФЛ, а то и еще больше, значительно больше. Ну нет таких цифр, а сейчас опять чуть-чуть не хватает Черненкова. Удар-то хороший, но до дальнего угла не довернул немножко мяч. И остается 4,5 минуты у Родины. Может быть, еще что-то добавит арбитр. А может быть и нет. Иванюк, хороший перевод. Большаков цепляется, убирает под себя. И ждет партнеров, с Роговым обыгрывается, но Царев здесь знал, куда будет Рогов давать, и поэтому мяч перехватил. Выход максимально затруднен Родине из обороны, но Черненков, Царев своим мастерством этот выход совершает. Воронов, Черненков, тот грудью скидывает Благову, Владимир направо, там подключается Воронов, подача, никого нет на дальней штанге, никого. Вроде бы все хорошо делала Родина, а... Последний пас, и он оказался в никуда. Сильный вот мяч от Панова. Сейчас не время, наверное, для Аксёмы группы разыгрывать низом. Здесь что, Хайриев почти зацепился, достал мяч, но тот все равно на отворот ушел. Не знал Царев, что его сзади накрывают, Минеев не подсказал, а теперь 3 в 2, атака Аксёмы группа. Хайриев, удар, и Ёлкин совершает классное спасение. Похоже, первое классное спасение — это матч для вратарей, и не их в этом вина. Но Ёлкин мог бы получше сыграть, а вот в остальном, да. У Панова даже шансов не было особых выручать, а Черненков двумя своими опасными ударами не попал. Но вот Ёлкин спасает сейчас от того, что Абдулхариев закончил, закрыл этот матч. Так еще шансики остаются у Родины. Но надо забивать, а пока Родина обороняется при угловом, Иванюк будет бить. Низом здесь Беспалов ставит ногу, Благов вперед, а Леснов, сегодня бледный матч Леснов провел, но его плохо кормили передачами, но вот надо сказать, что форварды Родины почти всю борьбу проиграли. Проиграли почти всю борьбу и форварды Аксёмы, но не всю, во-первых, Бодрягин был позаметнее, а во-вторых, у Аксёмы лучше сработала полузащита, и даже отсутствие Андрея Хадыкина и Александра Мысикова, двух полузащитников, ну, Хадыкин может и в обороне сыграть, если надо, но вот мы сегодня о них, кроме как в начале игры, больше-то и не вспоминаем. Михайриева бросает Иванюк, но там длинная нога Беспалова. Родина пытается выйти из обороны.
Самое забавное, но на самом деле оно не очень забавное, но если бы не вот та техническая, не то техническое поражение от МБ, когда Родина еще не заявилась в чемпионат, она бы и сейчас оставалась лидером по потерянным очкам, даже проигрывая 0-2. А так, конечно, шансы на золото почти не остается. Но, с другой стороны, если Аксиома Групп дважды выигрывает у Родины, наверное, есть какая-то справедливость в том, что Аксиома Групп выше в таблице. На этом борьба не закончится, но я уже рассказывал о календаре, и кажется, что шансов немного будет у команда из Химок перевернут ситуацию в чемпионате. Александр Смирнов, несмотря на дождь, стоит без зонта, в рубашке. И сейчас грустно стоит, смотрит за тем, что происходит. Ничего у его команды не получается. А идет уже последняя минута основного времени. И особых причин, наверное, добавлять, тем более добавлять много, нет у арбитра. Иванюк опять будет бить, и, пожалуйста, с передачи Большакова он забивает, он первый раз пристреливался, теперь забивает, и 3-0, и крупная будет обыграна Родина. Не знаю, здесь справедливый разгром, насколько закономерен. И явно не на 5-0 по самым двух матчам, не на 3-0 сегодня разница между командами. Но это ничего не меняет. Аксиома Групп побеждает, отрывается на 4 очка от соперника. У того по-прежнему игра в запасе, но теперь благодаря этой игре уже не выйти вперед в таблице Родине. Но чемпионат еще не закончен, но Аксиома Групп теперь безусловный его фаворит. Что ж, на этом будем прощаться. Для вас работал Александр Седов. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания. Фамилии, эмблемы и номера в твоем городе. Спортпринтер.